Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на CSFail. У меня на бальке 100 бачей. Давайте со старта сделаем ставочку. Я думаю, можно поставить 20 баксов на черное. Просто интуиция подсказывает, что сейчас будет стрик из черного. Надеюсь, я угадал. И мы сделаем со старта видоса плюс 20 бачей. Отлично! Черное нам падает. Мы со старта видоса делаем плюс 20 баксов. А самое главное, как раз начать видос в плюсе. Ибо как ролик начнешь, так его и закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на CSFail, вы можете при пополнении ввести промокод NICLUT и получить плюс 30% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваться карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1300. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов. Вводите его нужно вот сюда. Так, ладно, полетели дальше катать. Можно сейчас залететь в колесо и по моей стратегии поставить 10 долларов на 3x и 10 долларов на 5x. А, в прошлом видосе у нас было на балансе 200 бачей, но мы, к сожалению, все просрали. Я там заигрался, начал делать очень рискованные ставочки. Но сегодня, конечно, мы 200 бачей вряд ли камбэк. Но баксов 100 поднять, но я буду рад. Так, нам со старта еще и падает 5x. На балансе уже 150 долларов. Слушайте, ну начало ролика прям уверенное. Плюс 50 бачей со старта ролика сделать, это хорошо. Так, ладно, тогда давайте сейчас опять в дабл вернемся. Поставим 20 бачей. Я думаю, как будто бы можно опять на черное, потому что было два раза подряд красное. Так, черное нам, к сожалению, не падает. Но можно удвоить, рискнуть. Давайте поставим 40 бачей также на черное. Если просрем, то уже еще раз удваивать, естественно, не будем, потому что это уже будет олы. Давай, давай, родной, ну пожалуйста, выдавай черное. Выдавай черное. Стой, 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 черное нам падает. Отлично, на балике 170 бачей. Так, как будто бы можно залететь еще в минера. Три бомбы, три мины полетели по моей... Ага, понял. По моей стратегии можно вначале не дохнуть. Ай, сука, вот, вот идет. Ну да, хотел сказать, идет хорошо, но, к сожалению, просрал. Ну, пожалуйста, мужик! Что-то меня моя стратегия сегодня сливает сильно. Алло, минер. Ну, вы посмотрите на это. Ну да, конечно, ну... Да, стратегии не всегда работают, уверенно. Ну вы посмотрите, я в первой ячейке дохну сколько раз подряд. 23, ну я, ну... На балансе 116 бачей, я дебил, к сожалению. 16 долларов, вот так вот дефьюзи ловим. Ну я понял. А еще разочек, может выиграем сейчас? Спасибо. Сейчас 14, можно выиграть? Да ты сука, ладно, 30, можно выиграть? Ну какой? Ну пожалуйста, дай выиграть, я тебя прошу. На балансе 40 бачей. Я не знаю, мы так хорошо поднялись вначале. Я умудрился буквально за полминуты просрать весь баланс из-за минер. Сука. Ой, давайте ну дай просто морской бой чуть-чуть зачилиться, залетим. Плюс я люблю просто играть в морской бой на фейле. Он со старта выбивает. Но сегодня вообще не мой день. У меня, я даже против игроков проигрываю. Он со старта выбивает у меня единичку. О, неплохо. Так. Но у меня последняя двойка осталась. Ему ее найти крайне легко. Ну что, может, я попаду? Ну, единичка, если я сейчас попадаю, то я выиграл. Но я не попал. А, нормально. Найс! Я поп... Ну ладно, кстати, ладно. Я не знаю, чему я радуюсь, я выиграл 18 центов, но мне просто в морском бою приятно кого-то выигрывать, и он был в метре от того, чтобы меня как бы выиграть. У меня одна... От второго корабля осталась одна ячейка, охренеть. Так, ладно, хоть в морском бою выиграли, мне это немного настроение подняло. Давайте тогда сейчас в колесо поставим 15 долларов на 3x и 15 долларов на 5x. Давай, давай, можешь мне сейчас выдать хотя бы 3x? Хотя бы 3, я тебя прошу, брат, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, хотя бы 3, хотя бы 3, хотя бы 3. Так, 3x нам падает. Ладно, плюс 15 бачей поднимаем. На балике 55 бачей. Так, тут в дабле было 4 раза подряд черное. Думаю, можно рискнуть поставить 15 бачей на красное. Ну да, как будто бы должны выиграть. Давай, 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 красное, давай. Так, красное падает. Ну, кстати, камбэк прям намечается. Уже 70 бачей на балансе. Вот, сука, жалко, что я в колесо не успел залететь до этого. Ну чё, может быть, разочек все-таки пройдем. Давайте, 3 попытки. Ну да, конечно, ну, конечно, конечно. 24 доллара на красное полетели.
Но тут должен начаться стрик из красного. Было 4 раза подряд черное, сейчас хотя бы раза 2-3 подряд должно быть красное. Я же правда, отлично, черное. Ой, красное падает. На балике 88 бачей, отличненько. Давайте сейчас опять в колесо и по моей стратегии. Можно сейчас 5х не будет, отлично, да. Мы сейчас залетим, поставим 15 долларов также на 3х и 15 долларов на 5х. Давай, 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 давай. Ну вот сейчас, кстати, как будто бы, ну конечно, ты 5х, но между двумя 5х ты выдашь 2х. Ну кто бы мог подумать. Найс, хоть тут выиграли. Ну еще раз, давайте повторим также по 15 бачей на 3х и на 5х. Давай, родной, ну выдавай 5х, ну по красоте, пожалуйста, ну ты же можешь. Ну хотя бы, да, 3х падает, отлично. Короче, предлагаю рискнуть, в конце сделать прям уверенную ставочку. Как раз в дабле очень много в последнее время черного падает. Как будто бы можно заулынить на красное. Если мы выиграем, то в принципе плюс 60 бачей мы сегодня сделали. Давай, ну конечно. Короче, просто, ну, может быть, не надо было так улынить. Но я просто в дабле столько увидел черного, и у меня прям была чуйка, какая-то интуиция, что вот, ну, сейчас должно упасть красное. Ну, ладно, в следующем видосе камбэкнем. У меня как раз там пару стратегий прикольных появилось. Я сегодня в диффьюзе не использовал, которая меня хорошо окупает стратегию. Проверял недавно в комментариях у подписчика, точнее, у себя на канале. Короче, в комментариях написали стратегию, проверил, она очень хорошо себя показала. Ничего, в следующих роликах все камбэкнем. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотел подписать на квестфейли, вы можете при пополнении ввести промокод Никлут и получить плюс 30% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1300. Вы со старта будете в хорошем плюсе. И также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов. Вводите его нужно вот сюда. И все, мужики. Всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Хоть и в видосе мы все просрали, но начало ролика было хорошее. Ну и просто за попытку выйти в хороший плюс из рискованной ставочки. Но я считаю, что просто меня даже поддержать. Лайк, подписка, комментарий я в любом случае заслужил. Все, парни, всем удачи, всех люблю.